Земля в руинах. На улицах гниют горы трупов. Солнце заволокло дымом. Немногочисленные выжившие пытаются заново воссоздать цивилизацию. Все мы помним, как Землю постиг инопланетный кошмар. Но лишь единицы помнят, как все это началось. Алло. Эй, Витёк, здорово. Слушай, тут Санёк из армии вернулся. Мы собираемся здесь всей компанией. Приезжай к нам, пожрём, побухаем, сыграем в ужас Аркемова. Чувак, я не знаю, мне тут до остановки несколько километров пешкарём и... Да Витёк, не жмись, задрал уже. Слухани, тут же и Светка будет. Да с чего мне должно быть дело до неё теперь? Её я меньше всего хочу видеть. Ой, ну сиди дальше в своём Минаеве. Так и сдохнешь в одиночестве. Я уже задолбался в попытках тебе помочь. Чувак! Алло! Да блин.
Какого хрена происходит? Черт. Твою мать. Еще один выживший? Слушай, у тебя тут не найдется местечко, у меня небольшие проблемы. Назови меня Алекс, я независимый журналист. Слушай, Виктор. Виктор, я знаю, как мы сможем выбраться из панциря. Нет, нет, невозможно. Я пробовал подкоп, пробовал пробраться через коллектор, ничего не помогает. Видишь ли, я уже имел опыт с этими космическими уродами. Oh.
Только поглядите, как забавно. Они пытаются выжить. Весело же наблюдать за ними. Это почти как видеоигра. Но только этой игре скоро придет конец. Ну что ж, теперь мое убежище уничтожено. Валяй, рассказывай свой план. Панцирь, как и вся техника инопланетян в его зоне, работает от одной единственной антенны. Я знаю, где она. Так почему ты сам ее до сих пор не взорвал, если знаешь? Одному мне это точно не преодолеть. Да и нам нужно больше вооружения. Ну, я так понимаю, тебе нужна моя помощь. Что ж, выбора-то у нас особо нет. Выживших я уже давно не встречал. Ладно, но за мой подвал ты поплатишься. Ты вообще много чего знаешь. Поделись-ка со мной информацией, перед тем, как мы отправимся на эту суицидную миссию. А ты реально хочешь знать? Да! Как скажешь, несколько лет назад они уничтожили мой город. Я выжил и пытался доказать причастность инопланетян. Вполне логично, я добился лишь срока в психушке и потом начал работать подпольно, пытаясь выяснить правду. И то, что я выяснил, меня совсем не обрадовало. Видишь ли, в нынешнее время на Земле существует более 50 таких же зон, огороженных панцирем. В этих зонах инопланетяне устроили свои охотничьи угодья. Так мы для них всего лишь забава? Охота на нас для них это спорт? Ничто иное, потому что они могут. Так почему не реагирует правительство, армия? Именно. Правительство выделило им кучу районов, для того, чтобы они не охотились в густозаселенных местностях. Кто именно в ответе за это? Международное общество, известное как Иллюминати. А, Иллюминати. Окей. Черт. Нам нужно вооружение.
уверен, что здесь есть оружие? Если его здесь нет, то его больше нет нигде. Примемся за дело. Пора депортировать нелегалов. Чёрт! Да что эти примитивы о себе возомнили? Вдвоем против взвода рептилоидов? Нет, так не бывает. Тебе, может, и везло до сих пор, Алекс, но на этот раз ты зашел слишком далеко. Нужно было тебе вовремя остановиться и уйти на глубину. Так вот это вот и есть та самая антенна. Да, они просто модифицировали ее для своих нужд. Знаешь, я бы сказал, что ты психопат, если бы улицы моего поселка сейчас не патрулировали НЛО. Веришь мне или нет, у тебя все равно нет выбора. Черт! Надо поторопиться! Прикрывай! Что ж, приступим. We'll be right back.
Слушай, тебе не кажется, что к нам отправили самых отсталых представителей их цивилизации? Это было что-то уж слишком легко. Твою ж, я думал, что это лишь слухи. Ты знаешь о нем? Ходили слухи о том, что они проектируют какого-то альфа-самца, но я не думал, что... Чувак, да у тебя тут все удобства есть. Ну, я был к этому готов. Что ты делаешь? Мне нужно передать информацию, после этого можем сваливать. Да вы хоть понимаете, что вы натворили? Вашими глупыми действиями вы приведете мир к Армагеддону. Чувак, а вы разве не должны быть, типа, секретным сообществом? Вот это вот не очень выдает? Пора отсюда сваливать. Долго же нам теперь идти до ближайшей остановки? Плюс не факт, что нас не настигнут они. Нам не придется идти пешком. Охренеть! Ты умеешь управлять сраным НЛО? Я только смог его завести.
хочешь сказать, ты не знаешь, как управлять им, и теперь мы летим на автопилоте? Ну да. Что ж, твою мать! Эти ублюдки пожалеют, что выбрали эту планету.